Добрый день, микс топ целым, да, или CND, или просто CA, коллекция зима. Итак, здесь носочки 5 штук, я не знаю, на какая, 34-36 размер, в новогодней тематике, совершенно классный мужской пиджак 66 размера, просто здоровские джинсы, 38 размер, скини, женские. Тут каждая вещь в упаковке, и я сняла, чтобы вы лучше видели. Это топ с лифом внутри большого размера, XL, женский. Штаны Джессика, 42 размер, европейский, на резинке. Утепленные трикотажные шорты 62 размера, мужские. Выглядят как джинсы, а на самом деле это плотный трикотаж. Кардиган S, кофта вернее. Лыжные штаны, целом, да, я думаю, что они женские. По размеру, ну, я 38-40, скорее всего. Хотя, может, и унисекс они. Платье, футляр из плотного трикотажа, Джессика XL. Хорошая длина. Бесшовное белье, майка. Это относится к нижнему белью, XL. Забавная такая ночная рубашка, размер М, хлопок, очень приятный хлопок. На... Так, 42 размер скини. Скини 36, вернее, это просто джинсы, не скини. Платье лапша. Есть шерсть немножко, размер L. Джинсы большого, 38 размер, они на болтах, хорошо тянутся, плотные. Хлопковая рубашка, 48. Блузка, хлопок, 42. Блузка, хлопок, 52. И толстовка с начесиком, но с небольшим таким ворсом, 5XL, новогодней тематики. Футболка, хлопок, новогодней тематики, 46 размер, скини 36, совершенно четкий пиджак такой, причем на нем написано премиум, размер точно S, пуговиц нет. Прямо классный. Скини 42 размер черного цвета. Платье плиссе короткое. С воротник стойка и сзади бант. По размеру 38. Леггинсы спорт М. База XS. База XS. Трико XL для беременных, вот с таким широким поясом и манжеты на ногах. Танковка, спорт, XL. Это сумка, текстильная сумка с замком, с Микки Маусом. Блузка, опять же написано премиум, ну она действительно прям рука отдыхает, 42, XL кофта, нижнее белье, 75B, пушап, леггинсы или колготки, которые плотные, S, толстовка, трусики большого размера, тоже вот совершенно классный пиджак женский, размер у него 46, он нарядный, он плотный, он может быть базовой вещью в гардеробе и применяется тоже премиальный, линия премиум, размер 34, юбка имитирующая замшу. Так, платье, футляр, ну оно как, оно немножко расклюшенное, 36 размера, а у него, смотрите, видите, как сделан подол, хорошенькое,
XS. Еще одни хлопковые штаны для беременных, размер XL. Платье, ой, кофта лапша XL. Милота, такая кофточка Country XL. Мужские брюки классика. Да, в состав входит шерсть, 52 размер. Штаны женские, 36-й. Они сзади на резинке, спереди на поясе. Они могут быть домашними брюками, могут быть летними брюками. Это кофта с воротником кардинал. У нее такие рукавчики-фонарики. Это черная хлопковая кофта 38 размера. Блузка. 40 размер скини. Толстовка спорт. Она с начесиком, с начесом, с капюшоном. И шикарное платье для празднования Нового года на резинке, размер 48-50. А подробности об этом лоте вы сможете узнать, нажав на название. Спасибо!